бездействие полиции для себя мы назвали такое поведение синдромом Глеклера. По имени дознавателя департамента полиции Акмолинской области, майора полиции, который незаконно, как говорит прокуратура, прекратил уголовное дело. Наше общество больно. И мы знаем диагноз. Миссия телеканала «Азамат ТВ» – защита прав субъектов, зачастую просто маленького человека, и помощь правосудию. Видно это и на примере госпожи Немцан, которой мы посвятили несколько передач. Театр начинается с вешалки. И если в самих правоохранительных органах не соблюдается законодательство в отношении своих же сотрудников, как можно требовать от них соблюдать права и законные интересы иных субъектов права? Мы видим грубое нарушение прав работников, не получающих своих заработанных денег, тогда как самоназначившийся генеральный директор Инкарбеков, кинопродюсер Габдуллин Саин, распродает имущество акционерного общества, находящееся, кстати, под арестом. Мы видим качество работы судов, которые своими безграмотными, но, как оказывается, законными действиями сами же создают судебную нагрузку. Как стала эта судья судьей? И справедливость уперлась в стенку под названием Акмолинский областной суд с законом, как дубинкой наперевес, преграждающему обжалование в Верховный суд. Судья Алексюк из того же, как Щитовского городского суда, также может похвастаться умением создавать судебную нагрузку, уважаемый господин Асанов. Мы видим мать-одиночку, которая доведена до самоубийства. Опять же, Акмолинская область. А в принципе, какая разница, какая область? Женщина, работающая, не осваивая бюджеты экспо и зеленой экономики, не произносящая громких фраз о президенте, восхваляя его до небес, не фотографирующаяся с ним, лишь мечтающая о своем доме для подрастающего сына. Мы видим, что государство только сейчас принимает меры, чтобы изъять деньги на госзаказ в информационной сфере, который местные царьки, простите, акимы, использовали для собственного пиара и, вероятно, кармана. Да он по меркам казахстанского госслужащего, простите, лох –